Приветствую всех подписчиков канала. Это эксклюзивное видео как раз для вас. За всю историю канала я не попадал в кадр, потому что это было обусловлено тем, что все мои видео были записаны с экрана монитора плюс закадровый голос. Сегодня тот день, когда мне пришлось попасть в кадр. Это обусловлено тем, что обзор на эту камеру когда-то я делал давным-давно, потом его удалил. Данная камера, видеокамера, записывает Full HD 50 кадров в секунду. Покупал я ее в каком-то кучерявом 2010 году. При нажатии кнопки записи она начинает записывать видео, но при этом у нее блокируются все функции настройки автобаланса белого. При этом, если недостаточной освещенности начинает сыпаться картинка, при недостаточной яркости темнеет картинка, желтит, синит и тому подобные вещи. Недавно я по очень выгодной цене приобрел беззеркальный фотоаппарат Sony Next 5T. У него есть функция записи видео, так как это фотоаппарат. Фотки делает он шикарные, просто без каких-либо «но». Также умеет записывать видео Full HD 50 кадров в секунду. Этого, в принципе, достаточно для каких-то обзоров и тому подобных вещей. Но у нее есть единственная плюшка – это во время записи видео у нее остаются настройки, остаются доступными. Это открытие диафрагмы, экспозиция и настройка ISO. Мы в этот момент во время записи видео можем, если что-то нам не нравится в картинке, она темная, засвечивается и тому подобное, мы можем с помощью данных настроек все отрегулировать как нам нужно и получить качественную и сочную картинку. Мой телефон Mi A3 такую картинку не выдает, хотя у него 12 мегапикселей камера. Конечно, картинка там тоже желает лучшего. Автобаланс работает не как положено, не как корректно. При недостаточной освещенности или яркости начинает либо заливать, либо желтеть. А данная камера в любых обстановках ее можно настроить так, как нужно это вам и как видит ваш глаз. Но качество видео вы сейчас можете видеть. Дома у меня нету никакого сверхосвещения. Обычная лампочка горит сверху. И сейчас уже солнце село, на улице не так ярко, не так светло, а картинка в итоге шикарная. Картинкой и фотографиями я очень сильно доволен, мне понравилось качество видео на высшем уровне, даже с учетом, что это Full HD и 50 кадров в секунду. Цена у данных камер, конечно, очень на вид, она там как колеблется. Мне досталось просто с шикарной скидкой, так скажем. Практически, можно сказать, за бесценок. И данная камера просто шикарна. Я рекомендую, если вы задумали купить какую-то либо камеру для записи себя любимого и какие-то блоги, то да, эта камера подходит как нельзя лучше. На этом у меня все. Всем удачи, всем до новых встреч, всем пока!